Сегодня улица Тервета закрыта для транспорта. Здесь нет машин, мы видим, что нет машин, даже они не припаркованы. Всю улицу отдали пешеходам, детям, взрослым. Здесь гуляют с собаками, с домашними животными. Это такой эксперимент, который Рижская дума проводит. И каждый месяц, каждую субботу будет закрываться какая-то улица и отдаваться будет вот так вот пешеходам. В принципе, эта идея не новая, потому что, если мы посмотрим, в Европе очень много, где даже в ближнем Вильнюсе такая улица есть, которая раз в неделю или каждые выходные закрывается. То есть, в принципе, эта идея хорошая, мы ее поддерживаем, и партия прогрессивная только выступает за. Потому что, как мы видим, когда нет машин, это значит меньше выхлопных газов, это воздух чище, это более безопасно, можно гулять и не бояться, что где-то справа или слева на тебя выйдет машина. Но, конечно, есть какие-то тут и минусы в том, что эта идея еще очень сырая у нас в Риге, то есть улицу, как я вижу улицу, если закрывать улицу, то закрывать, но вот иногда раз в 15 минут здесь проезжает троллейбус, что, конечно, мешает людям. Иногда здесь полицейская машина проезжает, что тоже мешает. То есть если нет машин, то нет машин. Поэтому идея еще сырая, над ней надо поработать. Я думаю, что было бы очень хорошо, чтобы здесь были бы какие-то торговые киоски для торговцев, чтобы люди могли кофе даже попить. Сейчас холодно, чтобы выпить кофе. То есть, в принципе, идею надо переработать, но она очень супер. Я думаю, что летом это была бы очень хорошая идея.